улица Марии Рубцовой, район дома номер 5. Специалисты ТСК «Мосэнерго» завершают монтаж байпаса – резервного пути, по которому тепло поступает в квартиры многоэтажки. Проверить готовность конструкции приехал глава округа Дмитрий Волошин. А сколько у нас домов сейчас на этом байпасе? На этом байпасе будет один дом. А это 327 квартир. Ни одна из них не остается без теплоснабжения. Несмотря на развернувшиеся работы, отопление и горячая вода есть. Параметры в норме. Сколько трубы получилось у вас? Общие 640, ну больше где-то, около 700 получится. Всего в округе смонтируют 8 резервных путей в разных точках города. Они позволяют снабжать многоквартирные дома теплом без отключений и снижения параметров. Байпасная линия уберется в тот момент, когда выполнится капитальный ремонт тепловых сетей. Монтаж резервного пути завершат до 1 декабря. Тем временем в городе продолжает работать оперативный штаб по вопросам отопления. Дважды в день под руководством главы Дмитрия Волошина специалисты проводят совещания и контролируют ремонт теплосетей. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.